Сегодня мы работаем по двум основным направлениям с нашими коллегами из Китайской Народной Республики. Безусловно, мы поставляли и поставляем технику. В прошлом году мы завершили очень большой контракт на поставку машин Mi-171E. Продолжаются поставки машин K3211BC. Машина такого специального назначения. Наши китайские коллеги очень активно ее используют в своих арктических экспедициях и очень довольны этой машиной. Продолжаются поставки машин Mi-26, тяжелый вертолет транспортный. Но на сегодня очень интересным проектом является проект совместной разработки перспективного тяжелого вертолета. В этом году, в мае месяце, было подписано генеральное соглашение о сотрудничестве в этом проекте. И сказал, что это очень такой и амбициозный, и уникальный проект, потому как я не знаю за всю историю совместного проекта вертолетной области по созданию такого, в общем-то, серьезного большого вертолета.